Готов к снегу и наледи. Почти 10 новеньких тракторов-погрузчиков пополнили парк спецтехники управляющей компании ЖКС. Работал на стареньком тракторе, получил новый. Ну, сейчас получше стал. Он быстро бегает, так, и чистить удобно на нем. Расширение материально-технической базы – одно из приоритетных направлений компании ЖКС. Закупка техники ведется постоянно. Всего в парке компании больше 100 разных машин. Бороться со снегом грядущей зимой выйдут больше 20 тракторов и погрузчиков. Вы все живете в нашем городе, вы все живете в домах, но внутри квартальных проездах видите, что творится, какое скопление машин, какое скопление техники. И всем необходимо утром выехать на работу, своевременно доехать до работы. Поэтому наша задача поставлена именно в том, чтобы освободить дороги, сделать проезды свободными. К зимней уборке во дворах готовы подъемники для очистки крыш, дробилки для елок, бригады кровельщиков и, конечно, дворники. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.